Вместе ярче. В Чувашии проходит Всероссийский фестиваль энергосбережения. Открыл его семейный праздник, который прошел в столице республики. О разумном использовании энергоресурсов узнавала Татьяна Леонтьева. Рисунок жидким пластиком – первая ступень 3D-моделирования. Сначала ребята работают на плоскости, а уже потом создают объемные фигуры. По соседству – основа робототехники. Богдан с сестрой Аней собирают роботизированную ногу. Я уже занимался робототехникой. Сколько ты занимаешься? Я занимался целый год. А чем тебе нравится робототехника? Что там надо делать из конструктора, собирать, мастерить. Ребята помладше катают паровозик по рельсам. И это необычная игра. Так малыши учатся программированию. Вот здесь у нас стоит датчик, который определяет цвет. На дорожке мы выставили цвета. Вот синий у нас есть. Где-то был красный. И определяя цвет, он выполняет действие. Например, на синий он у нас сейчас поедет. Когда мы говорим об альтернативных источниках энергии, нам на ум приходят солнце, воздух и вода. Но мало кто знает, что электрическую энергию можно получить даже из вот таких вот фруктов. Правда, напряжение вырабатывается небольшое, порядка 1 вольт. На этой площадке на примерах показано, как работает альтернативная энергетика. Обыкновенная механическая энергия перерабатывается, то есть поступает на моторчик и машинка едет. А вот эти датчики – части системы «Умный дом». Она позволяет разумно и экономно использовать энергоресурсы. В случае, если пошла протечка воды, датчик сразу же сообщает об этом на телефон владельцу. Происходит мощный сигнал. Также информация сразу передается на модуль перекрытия воды. И в таком случае вода перекрывается, поступление в квартиру закрывается воды. Семейный праздник открыл фестиваль энергосбережения. Впереди обучающие семинары, тематические уроки для школьников, экскурсии на предприятия и мастер-классы. Ярче! Татьяна Леонтьева, Бахтияр Велиев, Республика.